Всем привет, с вами Катюша Камикадзе и это Технокухня. У меня в руках самая быстрая на данный момент однотиповая видеокарта Radeon HD 7970. Именно эта видеокарта открыла эпоху 28-нанометровых ускорителей. Карта красавица. С мороза нам даже показалось, что корпус металлический, настолько охладился пластик. Кожух немного выходит за пределы платы, поэтому длина 27,7 см, что не есть хорошо. Во многих корпусах акселератор встанет впритык. GeForce GTX 580 на 9 мм короче, 26,8 см. Для питания видеокарты нужны два дополнительных штекера 6 и 8 пин. Рекомендуемая мощность питания 500 Вт. Конечно, плата способна объединяться в Crossfire. Также имеется второй BIOS, защищенный от записи. Самая актуальная карта сезона попала к нам на тесты благодаря стараниям компании Sapphire, за что мы ей очень благодарны. Вариант с 3 гигабайтами на борту является референсным. Иными словами, Sapphire только наклеила свои наклейки на корпус, а все остальное сделала AMD. Но чтобы как-то отличаться на фоне конкурентов, вендор представил богатейшую комплектацию, в которой можно найти не только HDMI кабель, но и редкий переходник Mini DisplayPort DVI. Дело в том, что HD 7970 AMD отказалась от второго DVI, якобы для того, чтобы расширить место под отверстие системы охлаждения. Но на самом деле мы уверены, причина в банальном упрощении, ведь карта получилась не горячей. Отказ от второго DVI чреват тем, что трудно подключать много мониторные системы, и в этом случае переходники очень даже спасают. Используя видеовыходы DisplayPort к видеокарте, можно подключить одновременно до 6 мониторов. Данная карта уникальна не только практически всеми повышенными характеристиками относительно предшественницы. Техпроцесс сделал гигантский рывок с 40 до 28 нанометров. Это позволило создать чип более мощным, при этом уменьшив энергопотребление и нагрев. Но AMD не просто нарастили мускулы. Была введена 384-битная шина вместо 256-битной. Многие сетуют, что число ROM осталось неизменным 32, но на самом деле напрямую вести сравнение уже нельзя. Блоки растеризации работают по другой, более оптимизированной схеме, да и процессорные блоки тоже работают иначе. Чтобы начать работу с новой картой, сначала мы попрощались со старыми драйверами, затем скачали и установили Catalyst 12.3 бета-драйвер, который по отзывам гуру являлся на тот момент стабильным и оптимальным драйвером. Далее мы скачали фирменную Trix утилиту, свежую версию, поддерживающую HD 7970. Простой вентилятор по умолчанию на 20% и его совсем не слышно. Прогрев фурмарком при окружающей температуре 24 градуса принес пиковую температуру 78 градусов при 44% оборота вентилятора. При этом уровень шума с 1 метра 49,5 дБ, что весьма шумно. Хотя GeForce GTX 580 шумит ощутимо сильнее, вентилятор преодолевает отметку 67%, при этом чип прогревается до 88 градусов. Мы рекомендуем брать HD 7970 в варианте с усиленным кулером. Теперь, наконец, запустим наши тесты. Без разгона в Mafia 2 набираем 83,5 FPS в нашем тесте со сглаживанием и Full HD. Этот результат практически один в один полученный нами с GeForce GTX 580, но в разгоне. А теперь давайте-ка разгоним Radeon, и что получится? 95 кадров в секунду. Браво! Рекорд на нашей кухне. Кстати, разгон ядра и памяти составил 1130 и 6000 МГц соответственно. Переход на новый техпроцесс подарил нам отличный разгон. По свежей статистике, на водном охлаждении частота ядра преодолевает отметку в 1300 МГц, с каскадным охлаждением 1380 МГц, а с азотом покоряет 1400 МГц. Особенно будем ждать средних представителей новой линейки. Уверены, к нам повернется эпоха разгона видеокарт. Теперь давайте продолжим сравнение с GeForce GTX 580, как с ближайшим соперником. Мы разогнали обе видеокарты. В Metro 2033 вариант от AMD значительно опережает. То же самое и в Battlefield 3. Так, двигаем. Пошли.
вечеринку мы опоздали. Вообще, видеокарта уверенно себя чувствует в любых играх. Вот как летает Crysis 2 с ультранастройками и 4-кратным сглаживанием Full HD. То же самое Alien vs Predator, никаких проблем. Мы приобщились к форуму оверклокеров, научились тестировать Stalker. Итак, можете посмотреть результаты нашей карты и GeForce GTX 580. Обе карты разогнаны, но карта от красных однозначно побеждает. Итак, мы чествуем нового одночипового короля, даруем ему платину и ждем ответа от NVIDIA. С вами была Катюша Камикадзе. Пока-пока! Шлите смс на короткий номер 7970. Отлично! А с другой стороны как? Проверка вооружения. Инициация на съемном дисплее. Прямо по курсу зеленые огни. Переключаемся на пушку. Проверка ракетных систем. Готовы. Проверка ловушек. Так, оружие и средства защиты готовы. Задние в порядке, верхние в порядке, нижние в порядке, они потушены. Ты там готова? Мы идем. Даю давление. Ну что ж, давайте приступим. Поехали!